Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня. VIP-новинок в этом каталоге очень мало, и, конечно, ничего не остается, как снять их с общим заказом. Итак, смотрите, значит, майонез я заказала, мужу больше нравится провансаль, я же предпочитаю легкий 20%, провансаль, по-моему, 55%. Нормальный соус, классный, все отлично, идет без сахара, соль с пониженным содержанием натрия, натуральные пищевые волокна, содержит коллаген, а майонез можно кушать. Обычный майонез, он, конечно, всегда с сахаром готовится, тут сахара нет, это радует. Артикул 161.22. Как обычно, кетчуп шашлычный, классический. Мы полностью перешли на них. Муж их очень любит. Я же их кушаю очень редко. И, в принципе, меня никак продукт особо не интересует. Но муж, дочь все едят. И я рада, что они меньше стали кушать пакостей. Значит, у шашлычного 16.051. У классического 16.050. Съедаются одинаково быстро. Оба нормальные, оба вкусные. Как бы. Кому-то не нравится, что они слишком сладкие. Но они идут из помидоров черри, конечно же. Далее. Вот такая VIP-новинка появилась. Я считаю это очень удобным. Это пробник. Артикул 2709. Шампунь для нейтрализации желтизны осветленных волос. Очень удобно, да? Эта линеечка очень качественная, очень хорошая, но не такая уж и дешевая. И вот что тут хочется сказать, то что мы с удовольствием можем давать вот такие пробнички в подарок еще куда-то, чтобы люди попробовали, действительно оценили. Это хорошо. С 70% скидкой, вот не помню, лайк или VIP, да, вы знаете, что у меня 3 70% скидочки, а я заказала вот такую вот палетку для теней, Celebrizing Makeup, тут 10 теней по 1 грамму, артикул 5808, из 10 трендовых оттенков и так далее, действительно, оттенки просто бомба, мне не очень нравятся, я от них вот реально, ну, я от них реально кайфую, ох. Да, то есть вот этим спонжиком я не пользуюсь. Вы все знаете, что у меня кисти. А в большинстве случаев от Faberlic. Тут очень удобное большое зеркало. И вот такая вот палитра. Самые мои тут любимые оттенки. Не знаю, наверное, все. Да, такие вот хорошенькие оттеночки. Это, конечно, бомба. Они суперские. Вот этот мне очень нравится. Да, смотрите, какой красивый оттеночек. Вот этот тоже мне безумно нравится. Да, то есть они очень красивые, такие оригинальные, интересные. Их классно вместе смешивать. И вообще получается очень суперски. Ох, ногтем, да, поцарапала. Вообще прям хорошенькие. И я прям от них кайфую. И сколько раз заказывала. Елки зеленые, но ведь новые тени расковыряла. Да, ну ничего, бывает. Нравится, очень нравится. Не первый раз заказываю, раз уже, наверное, третий. Безумно классный. У меня есть уже вот такая, скоро заканчивается, да. Я думаю, вы видите, какие я больше всего оттенки люблю. Да, тут сразу понятно, чем я больше всего пользуюсь. Ну, шикарные просто оттенки, и наносить их, они между собой сочетаются просто вот великолепно. Далее спонж. Заказываю часто, очень люблю, не люблю его смачивать, он мне очень нравится. Такой вот, знаете, обычный, классный, хороший, качественный спонж. Значит, артикул у него идет 95-38, высота 6 сантиметров, диаметр 4 сантиметра, если вы его намочите, он вот вообще такой, знаете, крупный-крупный. Но, когда вы его намачиваете, он становится, ну, делать такое полупрозрачное покрытие. Мне нравится более плотное покрытие, ввиду уже моего возраста. Далее заказала вот такие вот три штучки. Мне не очень нужны были, но их не было в наличии. Это обычная емкость для соли и специй. Очень красиво. Почему я их хотела и почему их вечно нет на складе? Артикул 11601. Ну, потому что они просвечивают. И они просвечивают, они одинаковые, они очень удобные, они стеклянные. Они красивые, они прям четкие такие, да, видите, мелкие дырки, крупные дырки, средние дырки. Оно очень-очень удобно, то есть насыпал, поставил на стол и как хочешь, да, так вот в принципе и выбирай, да, что захочется. Что еще хорошо в нем, да, то что я их ставлю, да, и они сочетаются между собой, потому что очень хорошенькие. И получается все видно и все красиво, и их можно поставить даже на стол. Понимаете? Вот красиво, просто красиво. Мне нравится. Штука за штукой заказываем солнцезащиточку детскую SPF 30. У нас очень крутая солнцезащитка, она приятно пахнет, она не оставляет следов на одежде. В общем-то, все
великолепно и круто. Артикул 21.19, 100 мл. Ну, она уже в моем, наверное, в каждом заказе, потому что сейчас лето, сейчас жара, мы Викуську смазываем. Тоже с 70% скидкой. Заказала несколько штучек. На стол, конечно же, один поставила. Артикул 156-51. Обожаю его. Вот его просто так пить, даже как вкуснятка, несмотря на все его полезные качества, уже одно удовольствие. Пью его на воде. Значит, на молоке он вообще безумно вкусный. Я его накрывала им на стол, наливала детям и всяко разно. Очень вкусно, ребята. Прям еще туда, если банан кинуть, обалденно. Просто получается, дети просто с огромным удовольствием пьют, но потом ничего не едят. Он очень сытный. 53% белка, антиоксиданты, минералы, витамины, пищевые волокна тут в составе. Да, такие как, видите, инулин, бромелайн, пшеничные безглютеновые волокна. Ниже представлена полная таблица, да, то есть, ну вот тут прям, вот видите, какое прям, какая куча витаминов. Это классно. Классно, что дети пьют, и Кузька моя тоже пьет, но детям обязательно, тут если 15 порций, если будете давать ребенку, то пол порции, не надо целую, да, то есть там идет мерная ложечка внутри, эта мерная ложечка без горки считается одной порцией, поэтому пол ложечки. Далее потестировала вот такую штучку, это абсолютная VIP-новиночка, такого у нас еще вообще никогда не было, я даже не думала, что она будет. Это защитный праймер для лица, на нем отлично держится и макияж, и все такое прочее, я прям в восторге от него, да, то есть он прям такой... Чудо как хорош. Да, давайте я его прям нанесу на пальчики, на ручки. Вот. То есть это как очень хорошая база под макияж идет. Запах у него такой не бьющий в нос, но яркий и сладкий. Я бы сказала, ну сейчас он впитается, посмотрим с вами еще эффект. Значит, это защитный праймер, который подготавливает кожу для нанесения макияжа. У него идет гелевая тающая текстура, ложится легкой дышащей вуалью, обеспечивает 5-ступенчатую защиту кожи от негативных факторов. Да? То есть вот тут видите, что только нет, даже Wi-Fi. Да, так, значит, активные компоненты, вот тут видите, результат, идеальная основа для безупречного нанесения макияжа с многофункциональной защитой. То есть вот такая вот классная штука, кто особенно в офисе там перед компьютером работает, это прям для нас с вами, девчонки, 30 мл, и для мужчин, я думаю, будет тоже классно, потому что он просто слегка разглаживает, чуть-чуть делает лицо опрятнее, но он не заметен на коже, он не заметен на лице, да, обычный способ у него тут применения, поэтому все здорово и классно, да, то есть я не могу сказать, что он особо там что-то заметен, он просто слегка свежее делает вид, поэтому мне кажется, что он идет как унисекс. А далее, такие вот кисти, я думаю, вы уже их видели в обзорах и в моем инстаграме, одну кисть я заказала себе, другую маме, потому что я не люблю, когда мои кисточки берут, да, то есть это кисть, я так понимаю, для помады, такая вот прям хорошенькая. Угу. Вот, упругенькая. Далее идет кисть для убирать излишки туши, для бровей. Ну, в общем, для чего вы ее захотите. Следующее это как раз таки бровки красить. Тоже такая упругая, приятная. Да, то есть вот она. Давайте я вам прям покажу ее. То есть такая мини-версия, очень удобная. С собой брать одно удовольствие. А это для растушевки теней. Такая вот малюсенькая. Ну, ей, конечно, сложнее вот нанести тени, но лучше это, чем вообще ничего. Вот, маловато, конечно. Да. Вот, можно купить 2-3, потому что у нас разные оттенки всего. Отличная штучка. Мне нравится. Артикул 910-215. Дальше. Консилер. Так, тут, видите, все впиталось. И вообще, как будто вот немножечко что-то где-то отсвечивает. Но это до такой степени минимально, что это вот надо долго сидеть и высматривать, чтобы что-то заметить. То есть он практически никакой. Вот этот вот оттенок, да. Далее, новый оттенок консилера для лица First Class. Так, артикул 64.99. Я не скажу, что я его люблю. Я не скажу, что он мне нравится. Да, хотя оттенок чуть-чуть темнее, чем мне нужно. Но я его все равно... Я знала, что он мне будет темнее. Но я его для вас заказала чисто показать, чисто на обзор. И в принципе он не до такой степени темный, чтобы его невозможно было откорректировать. Растушевывается он великолепно, потом он замерзает, застывает. У него офигенская просто перекрываемость, но его видно в каждой поре. Вот даже как вам сказать... Да, как вам сказать, пока... Видите, вот его в каждой поре видно, как сгрохотало сильно, да?
Видите, вот он забивается, и он там остается. То есть, если у вас пористое лицо, и вы захотите, например, да, убрать носогубку, и нечаянно заденете щечки, где поры более ярко выражены, то вам не понравится эффект. То есть, его нужно наносить чисто под глаза, чисто в носогубку. Он очень хорошо точечно маскирует, просто обалденно маскирует и долго держится. И тут ему, конечно, равных нет. Да, равных нет. Он просто крутой. У нас есть еще один консилер, но он не матовый, как вот этот, да? Он не матовый, а он такой немножечко с блесточками, да? И вот эти блестки, да, допустим, любой прыщик, бугорочек, да, на лице, не обязательно прыщик, может быть, бугорочек или родинка или еще что-то, он его сделает таким мерцающим белесым. А вот этот, он уже сглаживает, и видно только бугорок. Вот это очень хорошо, мне нравится. То есть он его не выделяет, а наоборот как-то вот делает незаметным. То есть нужно присматриваться. Поэтому вот такие вот консилеры First Class, да, они идут для точечного применения, лично для меня. Ну, в общем, в тех местах, где нет поры и прыщики. Очень хорошо маскируют прыщики. Я вот тут объелась клубники, малины, всего-всего. У меня весь подбородок резко усыпало, у меня какая-то аллергия вышла. Ну, ягоды свои с огорода, не из магазина. То есть просто меры не знаю. Обожаю ягоды. Я просто могу взять малину и тупо сидеть, кушать ложками, понимаете? Но это же ненормально. Вот. Поэтому он меня вот спас. Я прям рада. Нравится. Вот даже сажусь снимать что-то, да, на камеру, там какие-то сторисы в Инстаграм, там ТикТок, еще что-то. И вот, понимаете, я беру просто точечно замазала, да, то, что мне не нравится, что у меня торчит. И абсолютно без макияжа могу сниматься. И он как-то вот этот оттенок, он сливается на камеру, и его абсолютно не видно. Мне понравилось. Дальше. Новинка. Та-дам-да-дам. Батончики. Наши новые батончики. Ну, что я вам скажу. Мне не показались очень сладкими, да. То есть, вот есть те вкусы, к которым мы уже с вами привыкли. Они реально все вкусные. Я вот вишню не люблю, но у меня дочка любит вишню, да. То есть, я клубнику люблю, фисташку обожаю. Дочка говорит, фисташка слишком такая безвкусная. А я вот, наоборот, фисташку люблю. Викуська, конечно же, только шоколадная. Банановые едят все. И... В общем, я заказала всех по 5 штучек, их было много. И кокосовый тоже как бы любят все, ну, те, кто любят кокос. Далее, значит, что скажем далее? Значит, вот это вот у нас с вами идет, что за артишок? А, абрикос-ваниль. Они безумно сладкие, просто безумно сладкие. Мне хотелось бы, чтобы у них было меньше сахара. Ой, они идут без сахара, но вот этот подсластитель, конечно, тут перебор. Артикул 157-66. Также тут идет масса витамин. Давайте я вам прямо увеличу. Да, вот такая вот масса витамин. И видите, не превышает максимально допустимый уровень суточного потребления. Но рекомендуется употреблять не более одного батончика в сутки. Да, вот у них состав, кому интересно, можете поставить на паузу, почитать. В общем-то, ну и давайте будем его прям открывать. То есть он идет в шоколаде. Он реально идет без сахара, но очень сладкий. То есть такой вот, знаете, чем-то немножко напоминает по составу, да, то есть он не хлебный, не воздушный, он очень плотный, он жуется немножечко как жвачка. В общем, нравится, нравится, я пью, но я запиваю огромным его количеством чая, и вкус действительно безумно приятный, безумно просто приятный, прям угодили, прям здорово, вот действительно великолепно, действительно это то, что вот не хватало, да, вот в этих вот во всех вкусах. Так, открытый я отложу, сейчас скушаю. Далее, значит, манго, тоже безумно понравился, очень приятный аромат, цвет, вкус, точно такая же консистенция и цвет, и все. Артикул 1765, классно. Что нравится мне в них, то, что они сытные, это, во-первых, сытные, они реально сытные, во-вторых, тут есть протеин 21%, в-третьих, коллаген содержится, и я понимаю, что мы всей семьей их кушая, ну, вот кто любит покусочничать, я вот не могу избавиться от этой привычки, это очень плохо, но я люблю покусочничать, но по моей фигуре и заметно, да, то есть я не худенькая девушка, да, 22-го говорю, вот бы, да, 52-го размера, очень не худенькая, и тут получается то, что все равно с этого я
не располнею, как, например, я бы могла располнить с обычной дольки тортика там и так далее. Вот, поэтому манго просто вот прям мой фаворит. Хотя я вживую манго сколько ела, я не всегда его люблю. Далее, оранж, это апельсиновый, я так понимаю, да? Или, так, глазированный со вкусом апельсин. Тоже понравился, тот же самый состав, те же самые витамины, артикул 157-67. Прям рекомендую, ребят, попробуйте, да, то есть, но вот я чай лично навожу всегда без сахара и пью без сахара, и мне, я даже чувствую вот этот наш чай, и могу вам честно сказать, что я не особо-то в восторге от их какой-то вот такой сильной-сильной сладости. Муж, свекровь, отец, Вика, Катя, да, то есть 5 человек мне говорят: «Ань, ты что, неужели это сладко?» Я говорю: «Да, мне показалось, что это чересчур сладко, но безумно вкусно». Они говорят: «Да не сладко нисколько, нормально». А вот, может быть, я до такой степени уже отвыкла от сладкого, и мне его не хочется, что вот мои вкусовые рецепторы говорят об обратном. Далее, наши классические вкусы, да, как вы уже поняли, фисташка, мой любимый, кокосовый, второй, наверное, по любимости, нет, второй по, в общем, вторые по любимости это страубери, клубника и кокосовый. Далее, банановый очень вкусный, черри и альмонд, это ж у нас что? Так, миндаль. Угу. И далее, значит, что получается, обычный шоколадный. Да, то есть я все взяла по 5 штучек, навалила полную вазу. Пусть мои любимки кушают, и я тоже. Пусть кусочничают с пользой. Далее, смотрите, пью вот это уже более недели. Пока что я не поняла эффекта. Слава богу, если... Ну, как вот я недавно слушала гастроэнтеролога и так далее, там медик, сколько-то научных статей у него и все такое прочее. На ютубе смотрела. И вот он сказал, что если у вас все в порядке с организмом, то вы улучшения с витамином не почувствуете, потому что у вас и так все хорошо. А самое главное — поддерживаться вовремя различными компонентами. То есть если омегу мы пьем без перерыва, Q10 после 30 лет нужно пить тоже без перерыва. Вот у меня родители вообще не перестают пить. То тут получается 200 таблеточек. У них не очень такой приятный вкус. Но, ну, знаете, трава травой. Прессованная трава, да? Ну, как вы поняли. Ну, то есть они идут вот такие вот. Да. Сразу же в рот, сразу же запиваете водой. 6 штучек с утра. И, ну, про них очень хорошую лекцию Александр Эдигер нам рассказал. Я просто в восторге от них. Конечно, пить их можно, оказывается, на постоянной основе. Артикул 157-57. И тут идет в составе именно водоросли сушеные, прессованные, спирулина, водоросли сушеные, прессованные, хлорелла. Это классно. Это супер. Угу. Вот, заказала маме, папе, свекрови, свекру, себе, мужу, дочке. В общем, одной спирулиной чуть не 100 баллов получилось. Она не дешевая штучка, обратите на нее внимание. Быть здоровым очень важно. Далее, имбирный напиток закончился, очень нравится. Заказала тоже 3 штучки. В основном у меня его пьет очень хорошо мама или тот, кто чувствует признаки немножечко того, что он там простыл, приболел, там чуть-чуть нос заложил, еще что-то, да. То есть он очень хорошо помогает не разболеться на первых стадиях. Вот почувствовали, что что-то не то, пейте и не разболеетесь. Вот, ну, если, конечно, не какой-нибудь там серьезный вирус или еще что-то. Артикул 157-19. Хорошая штукенция, очень мне нравится. Имбирный напиток, имеется в составе имбирь, мед, шиповник и лимонник. На вкус слегка островатый, сладковатый, очень вкусный напиточек. Очень вкусный. Ну и хочется похвалить вот такие вот концентрированные средства от накипи для чайников и кофемашин. Они тоже пришли по VIP, но, скорее всего, это просто переупаковка. Как раз сегодня им пользовалась, как раз сегодня чистила чайник. Великолепно, просто великолепно. Он идет и для чайников, и для кофемашин. И самое классное, то что он еще отмывает мою каменную столешницу, белоснежную. То есть я просто беру одну ампулку, раскрываю ее, поливаю на пятнышко, жду 5 минут, 3 минуты, ну сколько вот, знаете, так вот хватает терпения. И потом просто протираю, и пятнышки исчезают. Это для меня просто награда, потому что у меня реально белая столешница, белоснежная. Вы сами знаете, сколько с ней проблем. Артикул 30-259 отмывает на ура, просто великолепно. Далее,
Я их по 10 штук, если честно, беру. Это влажные салфетки с антибактериальным эффектом. Артикул 115-50. Хорошо отмывают, пропитаны специальной моющей эмульсией. Люблю садиться за чистый стол работать. И от них, кстати, сохнут руки, кто не знал, немножечко. Вот, поэтому, ну, если одной салфеточкой все протрете, ничего там не сохнет. А вот если делать генеральную уборку, то лучше делать перчатка. Что мне нравится? Такой свежий, приятный, классный стол от них получается. Далее, соль. Полностью перешли на эту соль. Я недавно заказывала много соли, но отправила ее мамам, папам и так далее, потому что мама с папой сейчас больше в деревне живут, свекровь со свекром, вернее, больше в деревне живут, им туда отправила. Мои родители в Мурыгино живут, в поселке, и заново себе заказала. Тратится она неплохо, как обычная соль, вот, она может быть даже чуть-чуть меньше соленая, чем обычная соль. Идет с коллагеном, поэтому, когда я кушаю салатик, я думаю, посолила салат, и вместо того, чтобы навредить организму, сижу, ем коллаген. Ну, это, конечно, приятно, да? Также она содержит пищевые волокна и на 30% меньше натрия. Вот такая вот классная штучка. Тут есть три отверстия, из которых солить нужно как захочется. Ну и наши с вами чаи, ребята, во время съемок прямо стали появляться. Честно сказать, я от них не особо-то в восторге, но от них просто яркущий, обалденный аромат. Значит, это вот такой вот маленький пакетик. Мы их уже попили по два раза все. То есть, ну, прям аромат очень яркий, прямо безумно яркий. Как вы видите, тут прямо всего, да, такого вот, если взять в руку, ну, то есть вот такая вот гречка интересная. И что, да, тут еще немножечко вот на одной баночке высыпалось, да. Что хочется про него сказать, да, то есть тут идет уникальная комбинация микроэлементов. Этот чай со вкусом домашнего клюквенного печенья мы завариваем вечером вместо десерта. Полезное настроение поднимается. Значит, гречишный чай. Это уникальная комбинация микроэлементов в составе зерен татарской гречихи. Благоприятно воздействует на состояние сосудов, защищает от усталости и плохого настроения. Плоды рожкового дерева кэроб. Это ароматный суперфуд с легким шоколадным оттенком во вкусе. Богат полиненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами, укрепляет иммунитет, помогает улучшить пищеварение. Клюква отлично поднимает тонус, снимает усталость, повышает защитные функции организма. Вот такая вот приятная баночка. Значит, вот у него идет состав, да, гречишный чай, клюква, плоды рожкового дерева, ароматизаторы клюква и ванильный сливочный. Ароматизаторы у нас с вами идут натуральные, не забывайте про это. Ну и способ приготовления обычный: 2 чайные ложки чая залить 500 мл воды, 95 градусов Цельсия, настоять 7-8 минут, ну и все такое прочее, да. То есть вот такой вот обычный интересный чаечек. Вот действительно, да, аромат, когда раскрываешь пакет, просто вот очень яркий, очень яркий. Но тут его, кстати, мало. А сколько тут, интересно, грамм? Вот я что-то граммы не смогла найти. А вот 50 грамм он идет. Да, то есть я его заварила, залила кипяточком. В общем-то, вот такое вот у него идет интересное, да, состояние. То есть он, видите, там внизу начал уже завариваться, давать цвет. Давайте прям посмотрим на него свысока. Да, то есть так вот он разваривается. Такой вот он и прозрачный, и остается крошечки. Это, кстати, тоже Фаберлик. Да, то есть вот эта вот гречка. То есть ягодки, если набирают, да, какой-то объем, то сама гречка, она такой и остается. Ничего с ней не случается. Что еще хочется про него сказать? Вкус. Да? Вкус, я думаю, это самое главное. Во-первых, запах. Когда вы его завариваете, он прям распространяется по всей квартире. Он очень-очень яркий. Но вкус, он, знаете, обычная слегка-слегка, чуть-чуть-чуть ароматизированная вода. Вот слегка, чуть-чуть-чуть-чуть. То есть выпить можно, понимаю, что это приятно, но второй раз заказать я бы не сказала, что мне хочется, но не противно.
реально приятно, приятно пьется. Может быть, я припьюсь к нему, да, как говорится, да, но пока на данный момент это абсолютно новый продукт. У нас был до этого гречишный чай в упаковочке, он мне так не очень понравился, его можно пить, да, он полезный, но как-то вот пихать в себя то, что не нравится, не хочется. Тут такого ощущения нет, что он мне нравится. Просто приятная, суперская такая горяченькая водичка, очень клевая. Следующий — это гречишный чай с какао хрупкой. Вот очень интересно, потому что он действительно пахнет таким прям шоколадом, да, получается. Очень такой приятный и яркий, прямо насыщенный, безумно насыщенный аромат. Давайте с вами прям почитаем его состав, да? То есть вот он идет, гречишный чай, уникальная комбинация микроэлементов и так далее, да, то же самое, что в прошлом. И дальше получается плоды рожкового дерева кэроб и какао. То есть вот первые два компонента сродни с предыдущим чаем, да? А вот вместо клюквы у нас положили какао. И это источник здоровой, активной жизни, улучшает память, концентрацию, нормализует нервную систему и поднимает настроение. То есть все чаи пьем и смеемся. Да? То есть все чаи прям радость радостная. Ну, тоже такая слегка, чуть-чуть немножечко ароматизированная. То есть он больше пахнет, чем на вкус какой-то, вот, да, прям, ну вот лично мне не пришло в голову, что он противный, неприятный, а какие-то приятные ощущения, когда его пьешь, может быть, потому что я себе внушила, что он полезный, да, но он действительно полезный, но вот выпить выпью, но буду ли еще заказывать, не знаю, да, то есть такой вот абсолютно новый, непонятный для меня продукт получается, абсолютно новый, непонятный, но не пробовала раньше такое. Следующая абсолютная новинка – это гречишный чай с вишней. Когда я открыла упаковку, просто не то, что вся комната, вся квартира запахла. Все пришли, спросили: «Ань, что, новые духи, что ли?» Я говорю: «Нет, не новые духи, но аромат прям действительно бьет в нос, да, то есть гречишный чай, плоды рожкового дерева и вишня, которая богата веществами, которые защищают от воспалительных процессов, отлично укрепляют организм». То есть вот такие вот три чаечка абсолютно одинакового цвета, как вы видите, да, то есть вот это вот какао, это вот клюква, а это вот вишня. То есть они по цвету ничем не отличаются, у них у всех очень-очень яркий аромат, но практически нет никакого вкуса. По сравнению с таким ароматом, конечно, и вкус хочется, чтобы был хотя бы немножко, но вот я его особо не почувствовала. То есть получается полезный напиток с очень легким привкусом вишни, получается какао или клюквой, с очень легким, еле заметным, но с очень ярким ароматом. Вот, может быть, так выразиться, если... Очень, конечно, красивые коробочки. И знаете, что я вспомнила? У нас с вами в компании есть емкости для питья с диффузором, со всем. И вот туда внутрь вы складываете кусочки чего-то, например, там арбуз, да, там ананас, например. Или складываете какую-то мяту или имбирь, да, вот что вам и лично нравится. И получается то, что вот такой водянисто-фруктовый оттеночек, да, или водянисто-мятный оттеночек. То есть вот так вот настаивается. Вот тут точно такой же эффект, только это горячий чай, да, его пить нужно горячим, и это действительно вкусно, а не так вот, как в том диффузоре. Вот, скорее всего, для меня это 100% такой же вкус, как и вот там вот получается. Что еще у меня было в VIP-новинках? Это увеличенные версии наших шампуней привычных с вами, да, то есть восстановление и уход для сухих, поврежденных, секущихся волос, к нему же есть бальзам, и для ослабленных, склонных к выпадению волос, с касторовым маслом и хмелем. То есть они точно такие же, как и мини-версии, приятно пахнут, травкой, не густые, не жидкие, в общем-то, отлично. Артикул 13-19 у прополиса шиповника, приятный такой травянистый у них аромат, каких-то растений, натуральный прямо, и касторовое масло и хмель, у него вот такая вот консистенция. Даже решила его попробовать, помыла вот этим вот голову, ну, точно-точно такой же, как и до этого, нормальный, хороший, классный, мне подходит шампунь. Далее, значит, касторовое масло и репейник, это для ослабленных и склонных к выпадению волос. Значит, тут идет такая штучка, раскручивается, это что-то типа жирного масла, его нужно наносить, ну, максимум там за час, за 30 минут до, запах тоже очень приятный, до мытья головы.
И потом, то есть он поработал, и вы моете голову, и волосы начинают лучше расти, меньше выпадывать и так далее. Артикул 1287. Хорошая штучка, да? Лучше всего сочетать, я так понимаю, с этим шампунем. Касторовое масло и хмель. Он немножечко, знаете, разогревает, чуть-чуть жжет кожу головы, да? Ну, в принципе, это и понятно. 1-2 раза в неделю нужно втереть в корни и равномерно распределить по всей длине, оставить на 20-30 минут. Для усиления воздействия советуем использовать полотенце или полиэтиленовую шапочку, и потом идете тщательно смываете шампунем, и все очень удобно в применении, да, то есть первый этап, второй этап и бальзам, третий этап этой же линейки, и получится отличный уход за собой. Причем эти все шампуни, бальзамы, вот тут 99 натуральных ингредиентов, 99% натуральных ингредиентов, а в шампуне 94% натуральных ингредиентов. Далее. Это уже не новинка, но одна у меня порвалась по истечению 2 месяцев использования, а 2 у меня, просто мы решили их поменять, потому что, ну, такие губки все равно, как бы ты их не мыл, что бы ты с ними не делал, все равно их нужно менять. Они идут в составе, если честно, с таким вот мылом, да, вот видите, тут мыло, их тут куча шариков, не знаю, сколько там конкретно шариков. Ох, как громко, да, то есть, ну, такие вот шарики тут встречаются. Это мыло не очень хорошо мылится, оно мне не понравилось, но оно мне и не мешает. То есть, что я делаю? Я взяла губку, я капнула на шампунь, капнула гелем для душа и моюсь. Потом я смываю. А вот эти шарики, я не знаю, мылятся они или нет. Но как бы я пробовала голой губкой мыться без этого, да. То есть, если вначале они нормально, хорошо мылятся, то раз на третий, после того, как они во влажности в ванной повисели, они начинают вообще плохо мылиться. Поэтому с ними, без них, в принципе, мне губки нужны. И я просто купила, потому что они есть. Компании Faberlic, у них очень такой резкий аромат, да, то есть банановый аромат, есть черничный, я так понимаю, аромат, и мочалка с кусочками мыла, лаймовый сорбет. В общем-то, обычные, да, губки, я не могу сказать, что это мыло прям супер-супер. Но, с другой стороны, что удобно тем, что если вы куда-то едете, то это прикольно. Взяли с собой мочалку и все. Да, мне вот в дороге очень не хватает мочалок, а тут, в принципе, 2 в 1, но помылить придется подольше посидеть. Далее, значит, парфюмерные наклейки, татуировки, вернее. Я таким делом не увлекаюсь, но на вид новинку обязательно заказала. То есть они тут клевенькие, прикольненькие. Прошлое у меня забрала дочка. Не знаю, валяются они у нее так просто или клеятся. Вот, но у нас, в принципе, в семье нету никакого желания. Да, то есть вот такие вот они прям реально клевые, нишные, гламурные такие. Действительно, вот этим мурмуром немножко сладеньким пахнут. Вот что хочется сказать, у нас в семье никто не страдает вот этим всем, там, не знаю, нос проколоть, там, да, то есть, или там ирокез на голове сделать, или какую-то татуировку на себя набить. Ну, нет, у нас этого не страдаем вообще ничем. Хотя я сейчас понимаю, что тату это модно, это круто, ну, не хочу я, да, то есть, но прикольно. А мы тут Вике прошлую татуировку переводили на руку, боже мой, вот сюда, на это место. Какая она была счастливая, но, конечно, за день она ее все-таки ободрала. То есть она ее все драла, рассматривала, растягивала, да, у нас девочка с особенностями развития, и она начала заниматься, ей эта татуировка не давала покоя, поэтому мы больше не стали баловаться. Но, судя по Викиному характеру, и как она ее теребила, они реально стойкие. Вот, в принципе, вот так вот. Я хочу эти наклейки потом отдать кому-нибудь из племяшек моих хороших. Далее, полотенца. Я их уже показывала в сторисах в Инстаграме, да, поэтому как-то вот не совсем привычно показывать их второй раз. Кажется, что я их уже снимала. Я взяла 10 штучек таких вот, 11604, 30×50. Это полотенца для рук. Я хочу старые отправить в деревню. У них там как раз стройка идет, они их доубьют и выкинут. Вот, такие вот банные полотенца. Тоже взяла 10 штучек, хочу старые также отправить. Артикул 116-12, размер 70×140, очень красивый аквамариновый оттенок, обожаю этот оттенок, просто обожаю. Жалко, что для рук такого не было оттеночка. Далее, ой, а что это? А, это от этого, да? Сама не помню, что наложила. Далее вот такое вот полотенце Пиштемаль. Я уже вам про него рассказывала. Еще взяла артикул 70×140. Ой, размер 70×140. Артикул 910, 200,
206. Отличное полотенце, пользоваться им одно удовольствие, не обязательно только на пляж его брать, можно использовать его и в домашних условиях. То есть оно такое в меру плотное, с одной стороны махровое, впитывает отлично, все отлично, просто вот не докопаться ни до чего, а с другой стороны гладкое. Да, то есть гладкое, обычное такое. Тут идет какая-то вот вышивка снизу, сквозная, то есть более так плотно, фактурно, да, ощутимо, рельефно. А так оно такое вот обычное полотенце, да, то есть вот эта вот бахрома снизу такая обычная. В общем, ничего такого крутого нет, но прикольно. Далее, вот этой VIP-новинки, это, наверное, не VIP-новинка, но его не было на складе, он впервые у меня на канале, этот набор. Он просто бомба, ребята. Артикул 910-210, и тут, значит, в составе идет очень много чего. Давайте я вам прям загуглю. Ой, загуглю. Досидела в интернете, да? То есть это набор органайзеров яркий неон, коллекция Lovely Moments. Размер, значит, тут идет большой органайзер 46 на 35 на 9, мешок для обуви 37 на 41, средний органайзер 38 на 26 на 9, малый органайзер 29 на 17 на 7, косметичка 22 на 15 на 8 и органайзер для документов 21 на 15. Вы представляете? Это вообще круто упаковать свой вот этот вот. А, кстати, вот как раз пока близко показать вам ткань. Очень интересная такая тут ткань. Очень прочная такая. Стираться будет хорошо, я уже это вижу. Ну что ж, первый органайзер, да? То есть тут такие вот кармашки, все такое прочее. Ой, я не могу. Мне как нравится, когда у меня в сумке все по местам изложено, выложено. Да, то есть тут такой вот кармашек получается с сеточкой. Тут внутри кармашек, то есть они действительно клевые, действительно клевые. Тут вот три кармашка с сеточкой, то есть он такой плотненький, ставится, есть ручка. То есть его можно взять с собой, там, пойти в ванную или как сумочку использовать, если вдруг куда-то что-то вот пригодилось, да, особенно вот когда отдыхать ездим, что-то такое, в принципе, часто пригождается и очень хорошо стирается. Вот я уже вижу, что он будет великолепно стираться. То есть когда вы его целиком раскрываете, тут есть защитка, чтобы ничего не выпало. Это тоже важно. Для меня лично важно. Застежечка двойная. То есть прям все наиудобнее. То есть я могу что-то сложить. Вот так вот, да, чуть-чуть приоткрыть с этой стороны. Да, вот так вот. Приоткрыть, что-то взять, не открывать целиком. Да, то есть вот прям обалденная штукенция. Значит, второй. Он идет тоже с двумя бегуночками. Раскрываем, смотрим. Да, то есть это такая вот что-то типа сумочки. Она будет у вас тоже стоять, да, как вы видите. То есть это обычная такая вот. Все что угодно можно сюда запаковать. Вот, третий органайзер тоже, он уже идет с ручкой. То есть вы можете его брать очень удобно. У него, как вы понимаете, у всех органайзеров, да, я вам зачитывала, если его расправить, да, есть высота. То есть вот он стоит, и вы что-то вот так открываете, и берете, и закрываете. Классно вообще. Так, следующий маленький такой вот, холесенький. Так, он тоже может стоять, потому что тут, видите, идет наполнение снизу, да, то есть таким вот образом. Прицепляется к чему-нибудь, к чему там захочется вам его прицепить. Также есть пара петелек, вот не знаю, для чего они служат, не знаю, ребята. Вот, и... Внутри два отделения, значит, раз отделение, два отделения и еще таких вот два сетчатых кармашка. Молния тут одна. Следующее, это обычный мешочек. Он может служить как под обувь, ну и под что вам захочется. Например, под грязную одежду. Вот мы, если мы на курорте, мы уже последний день ничего не стираем, потому что... Уже не хочется сырое, перевес багажа, потому что везешь кучу сувениров, да, то есть я еще из того древнего мира, кто привозит сувениры с разных стран домой. Вы, кстати, привозите? Некоторые уже наигрались, наездились и больше не привозят. Я, конечно, тоже начала значительно меньше привозить, но всегда привожу. Значит, Lovely Moments, Faberlic, все отлично. Далее, вот самый большой, самый классный. Может быть, вы повернетесь в шок, но я заказала три таких набора себе, дочке и мужу, потому что мы втроем, четвером часто ездим. Вот думаю, над четвертым, надо ли мне это.
Хотелось бы разные цвета иметь, понимаете? Вот нету разных цветов. Мне вот не нравится то, что сделают один цвет и все. А хотелось бы побольше. Тут, значит, никаких кармашков, ничего нету, но тоже идет ручка и двухсторонний замочек. Классно, суперски. Ну что ж, следующие VIP-новинки тоже мне клиповой. Тоже, следующие VIP-новинки тоже мне достались к VIP-заказу. Это концентрированный шампунь для очищения ковров и обивок. Он был крутым. Сейчас улучшенная формула, я так понимаю. Это супер. Артикул 30251. Ну, я его понюхала, посмотрела. Кресло протерла. Отлично. Отлично. И запах такой чистоты приятный. Да, вот вам покажу консистенцию. Все. Мне кажется, он ничем от предыдущего не отличается. Потому что предыдущий, в принципе, был тоже неплохим. Далее разочарование. Был перевыпуск таблеток для посудомоечных машин. Тоже улучшенная формула. Тут очень крутая аннотация. Поставьте на паузу, почитайте, что не понравилось. Они действительно без запаха, без всего. Но это ведь вот каждую штучку надо сидеть и распаковывать. В нашем разбалованном мире это уже не актуально. Я так считаю. Потому что они хорошие, я их израсходую с удовольствием. Но только из-за упаковки. Вот из-за этого. Потому что каждую надо раскрывать. Я больше не закажу. Я буду заказывать Хонгнум Гринли. Там не надо ничего распаковывать. Там биоразлагаемая такая упаковочка. Вы прямо вместе с упаковочкой кладете в машину одну или две капсулы, да, смотря сколько там туда чего загрузили. И все. А это что-то вот, ну не то. Ну не то. Не знаю. Но моют отлично. Отлично. Нареканий никаких нету. Да? То есть вот кто не такой капризный и разбалованный, как я, пожалуйста, обновленная, улучшенная формула. Значит, масса нет, это 400 грамм, 20 таблеток по 20 грамм, артикул 360, 30060. То есть вот такие вот они хорошенькие. Ну и последнее, что есть в моем заказе, это туфли. Они подходят ко всему. Я в прошлый раз заказывала и рассказывала вам, что мне, к сожалению, пришел пересорт. И мне эти туфли не достались. До чего они удобны, до чего у них классная колодка, до чего здорово вот на мероприятие такую красоту надеть, и оно будет совсем-совсем сочетаться. Прям великолепно, прям здорово, ребята, прям никаких нареканий нету к этим туфлям. Очень удобные, немножечко, вот, да, то есть у них 38 размер, они мне идут размер в размер, артикул 885-197 у 38 размера. Что меня смутило немножко, да, то, что они, как бы, ну, согласитесь, у них кожа так не дышит, да, как дышит там в натуральных, в тряпичных, еще там в каких-то, да, туфельках. Тут, конечно, не так хорошо дышит кожа, но у нас с вами куча различных дезодорантов, подкладочек сюда, да, и все такое прочее, поэтому, да, огромное количество людей входит в искусственные кожи, поэтому там точно такой же эффект от кроссовок, если они не тряпичные, точно такой же эффект, вот. Ну и больше меня ничего не смутило. Очень удобная колодка. Мне не идут размер в размер. Все супер. Если бы они мне не подошли, то возврат в течение 14 дней, если не нарушена целостность их, упаковка, еще что-то. Вот. Здорово. Гарантийный срок есть, все есть. Ну, как вы видите, я в них уже походила. Великолепные туфельки. Теперь у меня и золотистые такие, и серебристые. Я их очень хотела, потому что они подходят ко всему. Они классные, они мне очень нравятся. Ну, согласитесь, здорово, ребят. Как вам такие туфельки? Да, каблук высоковат, как вы видите, да. Тут немало сантиметров, даже, если честно, не знаю сколько. Интересно, написано ли на упаковке. Верх искусства, подкладка искусства, стелька искусства, подошва тунит. Высота каблука не указано, к сожалению, в аннотации, но видно, что он не маленький. Классическая такая длина, обычная классическая длина, как я его называю. Вот, просто вот я прям жду, когда будет мероприятие, я надену такое черное разлетающее платье и пойду в этих блестюнчиках. Мне хочется. Они подойдут и к черному, и к белому. Они вообще ко всему, понимаете, прямо универсальные. Вот прям супер. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока. С вами была Комнова Аня и ее очередная клевая, вкусная, классная свалочка. Всем до встречи с вами в новых видео. Подписывайтесь на канал и пишите, пожалуйста, комментарии. Не скупитесь. Я буду рада услышать вашу, ну хотя бы критику. Пока-пока.